Слушайте, значит, я вижу в зале нашу юную аудиторию. Это вот того с усами? Нет, в первом ряду юноша сидит вот прямо вот. А, в этом смысле? А, он... Так, еще Макс с сыном пришел. Как минимум двое уже точно есть. Поэтому, значит, сейчас будет детская песня. Ну, это правда, мы ее писали, когда поняли, что на наш концерт начали ходить дети. Внуки наши, внуки. И мы решили, надо что-то написать детскую такую историю. Вот. Но удивительным образом за эти 2-3 года, что песня существует, эту песню очень полюбили логопеды России. И они говорят, ну вот, ну наконец-то появилась песня для логопедов, поэтому, значит, детишки наши. Судьба-то логопед... не без удара. Сейчас им логопедам-то поменьше работы станет. Значит, логопеды Владивостока. Ты с нами? Да, мы с нами. Любим нас логопеды. Эвхэпати, эвхэйбэх. Брабабрай, брабан. Именно. Говорит.